Привет, меня зовут Самсонов Алексей, в сети известный как Самистар. Я покажу вам, как я сделал работу для этой коллекшн от Fatoly. Я работаю в программах Photoshop, Illustrator, Lightroom. Техника, на которой я работаю, это компания Wacom, Apple. И хочу попробовать Cintiq. Проекты клиенты бывают разные. Иногда мы договариваемся и сходимся в мыслях. Клиенты принимают мои идеи, и поэтому я чувствую себя более свободным, несмотря на то, что я работаю по брифу. Работать с Ten Collection было круто, потому что был совершенно свободен в своих идеях. Мне предложили участвовать в проекте, когда я уезжал на Бали. Основной идеей было нарисовать остров, на который я отправлялся путешествовать. В иллюстрации хотел передать атмосферу красивой природы. Старых зданий, множество растений, животных, великолепных водопадов и, конечно же, красивого океана. Первым нарисовал я наброски. Потом начал прорисовывать небо и горы. Небо рисовать просто. Синий градиент переходит в белые оттенки. Облака рисовал с помощью кистей. Солнце делал с помощью эффекта слоя скрин. Фотография солнца должна быть на черном фоне. Море начинал рисовать из различных фотографий, блики. Самое сложное, поскольку надо не забывать, откуда светит солнце. Свет, пробивающий в глубину моря, рисовал с помощью градиентов и прозрачности слоев. Фото рыб находил на фотобанке Fatoly, а также использовал фотографии из своей коллекции. Основной тон делал эффектами и цветокоррекции при смешании цветов. Остров состоит из большого количества фотографий. Больше всего времени потратил на обтравку фотографий. Это здания, камни, деревья и водопады. И, конечно, поиск фотографий, подходящих под ракурс. Основная фотография была скала. Я ее перевернул на 180 градусов, потом начал создавать город из зданий, растений, которые ранее обтравил и подготовил для картинки. Тени рисовал с помощью обычной кисти черного цвета и делал прозрачность слоев. Мягкой ластиком затирал ненужные элементы. Тон всего города делал с помощью цветовой корректировки с помощью маски для слоя. Волны острова собирал из фотографий фотобанка Fatoly и стирал ненужные элементы мягким ластиком и подбирал подходящий цвет для всего моря. Брызги капли рисовал отдельно и с нуля, а рисовал кистями. Животных подбирал для картинки, когда уже жил на острове Бали, что видел вокруг, пытался отобразить в своей работе. На финальном этапе работаю над цветовой гаммой всей иллюстрации, чтобы все сочеталось. Спасибо, что посмотрели мое видео, надеюсь, вам понравилось. Вы сможете скачать PSD моей работы на сайте Ten Collection.